Привет моделистам. Надеюсь, ребят, все у вас ништяк, топ-камера. Это называется инсталляция, которую я не ожидал. То есть человек меня очень-очень просил. Он очень волновался, что он может испортить модель. Хотя это называется plug and play, да? Поставил и начинает работать все. Вот такая... Относительно новый локомотив Athron Genesis с LED. И самое смешное, я никогда не открывал это вообще, потому что здесь ничего сложного нет. Оказывается, все-таки сложно. Сейчас я вам объясню. Если вы с нуля совсем вдруг вам подарили такой классный локомотив, все современное у Athron с LED будет выглядеть вот так. Куча проводов, куча просто. Так, здесь у них есть LED подсветки. Я буду делать еще инсталляцию, покажу вам после, вернее, тест. Деталировка, конечно, у Genesis феноменальная. Все, этот NS какой-то Go Rail, наверное, очередной промоушен. Ну, Америка, ребят, здесь все промоушен. Деньги только настоящие, деньги по-настоящему. Так вот. Открыть его несложно, ну, относительно. Здесь только два винта длинных в пластмасску входят. Вот такого фасона. Вот такие винты с двух по диагонали сторон. Снимаете каплеры, под них винты идут в металл. Они уже с метрикой, метрической резьбой, не как саморезы. И... Да, и все. Вот это вот, теперь начинается не проблема, но вопросы сразу. Это такая заглушка. Сейчас у меня дилемма: поставить спикер сюда, другой хороший зимовский, и оставить эту заглушку. Либо же снять заглушку и на это место поставить, как планируют, вот такой спикер 28 мм Railmasters Hubbies. Очень хороший. Качественные детали, качественные спикеры они делают. Наверняка Китай, но все-таки они под контролем. Вот я снял заглушку для постоянного тока, поставил декодер, все четко выходит. Два вот этих проводка, они, видите, закрыты Kapton Tape. Такая Kapton Tape. Не изолента, не какая-то, знаете, такая голубая, когда вы красите что-то. Нет, это Kapton Tape. Это вот то, что нужно. От нее не остается никакой вот этого липкой какой-то фигни. Очень качественная, термоустойкая. Только сейчас заизолировано, чтобы не случайно не перемкнул. Тогда усилок в декодере будет пшух, сгорит, и декодер уже будет негодный. Вот. Вот эти все нюансы надо учесть. Нужен очень хороший паяльник. Клей. Не клей. Ну да, вот такой. Micro Crystal Clear. Я всегда использую. В этом случае. И, разумеется, нужен программатор. Нужен, ну, разумеется, компьютер, чтобы сюда загрузить этот саунд. Файл, да? Какие могут быть заморочки? К примеру, ESU. Вот я сразу думаю, сейчас я поставлю ESU спикер. Ну нет, так не получится. Хотя и написано, они здесь пишут, что 28 миллиметров вот здесь, это, ESU спикер такой, да? Вот такой набор есть. 50-340. Хороший набор, но... Они должны бы написать, что chamber этот, chamber, да, не под 28 спикер диаметром. Потому что вот вся эта конструкция, я подумал, думаю, ну, может быть. Нет, это не сюда не войдет. Хотя вот этот набор очень классный. Здесь два этих cellular phone speakers, они очень качественные. ESU делают. Хорошие вещи. Вот такие дела. Ну, потом все аккуратненько нужно протестировать.
А самое главное, если файл сделан, если вы хотите переделать функции, чтобы нажимать разные кнопки и чтобы загорались разные, к примеру, здесь есть ditch lights. Сейчас я вам покажу. О, аккуратно надо. Вот так. С обоих сторон, то есть здесь и здесь впереди. Да, эти ditch lights. У них LED там стоят. Вот все эти нюансы и привели этого человека ко мне. То есть какой-то минимальный опыт должен быть. Потом, если вы делаете это постоянно, конечно же, сложностей больших нет. Единственное, что да, нужно просто аккуратно с этими со всеми проводами. Вот такое маленькое tips, как говорится здесь. Совет, то любовь. Вам, ребят, успехов, всего наилучшего. Пишите, какие вам интересные видео на русском языке, потому что я делаю немножко по-другому, чем на английском. Успехов и удачи. Давай.